Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Строго запрещено надевать этот цвет в Новый год. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Выбор новогоднего образа – это важный момент подготовки к празднику. Нужно, чтобы цвета одежды и аксессуаров гармонировали с энергетикой дракона. Но для каждого зодиакального знака будут предпочтительны свои вибрации оттенков. В целом, 24-й год сулит жизненный подъем и всеобщий рост. Это и нужно брать в расчет. Овны. Им строго противопоказаны темные и затушеванные оттенки в новогоднюю ночь. Синие и черные цвета одежды будут блокировать их бодрый запал и энергетику. Также не добавят динамики спокойные тона бежевого и серого, иначе год пройдет вяло. Тельцы. Для них не подойдут нестабильные излишне яркие цвета, типа фуксии или зелень. Они будут отбирать силы и разбалансируют внутреннее состояние тельцов уже в начале года. Близнецы. Внутреннюю легкость сведут на нет все оттенки фиолетового. Они заметно погасят остроумность близнецов и их игривый настрой и веселый нрав. Раки. Не их цвета, это кричащий, вызывающий оранж и красный. Они уберут знаки, присущие ему деликатность, создадут внутриэмоциональное чувство незащищенности. Львы. Синие и серые сделают так, что знак может растерять всю свою уверенность в себе и внутреннюю яркость. Аура величия с ними рассеется, и львы станут уже не так экстравагантны, какими являются от природы. Девы. Им не будет импонировать яркая гамма. Она перечеркнет в них природный строгий стиль, отчего возникнет чувство дискомфорта. Весы. Мрачные цвета им не подойдут в эту ночь. Бордо или коричневый. Как рукой снимут всю легкость настроения, сделают образ тяжелым, а душевное состояние совсем не праздничным. Скорпионы. Им стоит сторониться блеклых цветов, типа пудры или бежа. Они не дадут им раскрыться ни в новогоднюю ночь, ни в последующий год. Стрельцы. Им не подойдут для встречи года дракона черные цвета одежды. С ними знак утеряет собственную индивидуальность, динамизм и характерный оптимизм. Козероги. Темными, серыми и синими оттенками они могут потушить в себе запал оптимизма, снизить амбиции и целеустремленность. Водолей. Они не должны увлекаться старомодной традиционной классикой в стиле и цветах. Оттенки от коричневого до черного, серого и синего не подойдут. Они могут сделать вечер непредсказуемым и спровоцировать водолеев на душевный раздрай. Рыбы. Не перечеркнуть всю внутреннюю гармонию позволят спокойные цвета нежной гаммы, а излишняя сочность и резкость, наоборот, внесут сумятицу в образ и состояние рыб.